В московском районе города Бреста проживают уже более 200 женщин, имеющих орден матери. Сегодня их ряды пополнили еще 15. Желание быть мамой и те социальные гарантии, которые предлагает сегодня государство, влияют и на стабильные демографические показатели в нашей области. Поэтому неудивительно, рождаемость на Бресте не превышает смертность. И заслуга в этом наших женщин. Это отметил и глава администрации Александр Рогачук. Награждая каждую из представительниц прекрасного пола, он также отметил их красоту, улыбчивость и привлекательность. В преддверии весеннего женского праздника особенно приятно получать и такие награды, и такие комплименты. Я очень рад, что те приоритеты государственной политики, которые направлены на поощрение рождаемости у нас в Беларуси, реализуются у нас в Московском районе. И это очень здорово. Это хороший, замечательный повод. Я хочу пожелать и награжденным, и всем женщинам Московского района, прежде всего, счастья. Счастья женского, счастья семейного, счастья профессионального, чтобы их всегда радовали дети. И, наверное, это очень здорово, что мы, белорусы, мы, брещане, растем. Оксана Тарасюк и Оксана Колесникова – многодетные мамы. В их семьях по 5 детей. Эти женщины хорошо знают, что материнский труд нелегок, но при этом безмерно счастливы, что имеют такую большую семью. Конечно, в деле воспитания детей важна поддержка близких и любящего мужа. Обе женщины эту поддержку имеют. Их супруги тоже присутствовали на празднике, поэтому выходили за орденом вместе. Ведь это их общая награда. Счастье любая мама видит в своих детях, и, конечно же, хочется, чтобы у них все в жизни сложилось. Между собой дети, как всегда, когда поддерживают, когда бьются, когда плачут по-разному. Старшей дочке сейчас будет 18 лет. Я очень ценю свою семью. Для меня это самое главное в моей жизни, мои дети, мой муж. Это самое ценное, самое дорогое, все, что может быть. У нас 5 деток, и получить орден, ну, это очень приятно. Это лишний раз осознаешь, какую ты ответственность несешь за судьбу своих детей. Ну, и как бы, приятно, знаешь, что подчеркнуть, что ты все-таки мама. В адрес виновниц торжества звучали самые искренние слова. Чаепитие в дружественной атмосфере сопровождалось интересными музыкальными номерами и теплой беседой. Все эти женщины имеют то, к чему стремится их душа – прекрасных детей, делающих своих мам самыми счастливыми. К ордену представляются женщины, которые родили 5 детей, и когда младшему ребеночку исполняется уже год, мама имеет право на награждение орденом матери. При этом собирается информация, характеризующая еще ее именно как мама. Делаются запросы в учреждение образования, по месту работы мамы. Посещаются семьи на дому, то есть собирается вся информация, подтверждающая, что эта мама действительно достойна этой высокой награды. Стать мамой – это долг каждой женщины и великое счастье для каждой представительницы прекрасного пола. Стать многодетной мамой – сознательный шаг и умноженная ответственность. Поэтому те женщины, которые сегодня получили орден матери, без сомнений заслужили эту награду и лучшие пожелания.